МД «Регион». Федеральная сеть магазинов поисковой техники. Привет, друзья. Меня зовут Сергей. Я решил участвовать в конкурсе «Зимний поиск», который устроила компания МД «Регион». Надеюсь, у меня все получится, я выиграю 705-ю терку. Сегодня 6 февраля. Зима в полном разгаре. Осталось немножко до весеннего копа. МД «Регион». Сегодня мне в этом будет помогать мой незаменимый инструмент «Евроаська». Ну что ж, приступим. Что найду, покажу. Вот уже нашел, в принципе, такой вот комодик с золотым руном. Вот спанов, куча говна, кусок алюминия. Что это было, не знаю. Но на цветмет пойдет. Берем. Ну что, друзья, забрался вот на такую крышу. Сарайчик. Зазвонила цветником. Но это проволока. Так уже вот что нашел. Радуйтесь, друзья. Антиквариат. Видите, блин, хомута. Это у нас рубанок доисторический, древнегреческий, блин. Прикольная штука. Вот такой савдеповский седляк. Наполовину ушедший, конечно. И все по хабру. Опять золотое руно. Опять золотое руно. Еще всякого-всякого. Шмудрика. Ну что ж, дорогие друзья. Вот и закончился мой коп. Если так можно назвать. На этом чердачном помещении. Что я здесь нашел? Нашел аутентичную лыжную палку. Я такие только видел на картинках, если честно. Второй мировой. Лыжники идут в бой. Вот она так вот выглядит. Превосходное состояние. Можно повесить на полку. Так. Нашел второй рубанок, но лезвия нету, плачевное состояние. Вот, нашел вот такой трибомбас. Трибомбас, видимо, от прожектора. Два стекла. Такая вот линзовина. Интересно. Вот. Что с собой заберу? Заберу вот этот прибудас, это точно в хозяйстве пригодится. Пусть висит, теперь уже у меня в деревенской бане. Живая двухручка, дружба. И нашел, но это уже кому как, но в хозяйстве такая штука точно пригодится. Жаба. Замазка всяких щелей, всяких хренотеней. Вот такой вот рулон. Другого иного хабара здесь не было. Все местные алкаши растащили. Ну, хотя не все. Вот, видимо, провод поленились забрать алюминиевый. Также он нашел примуса, или как она, горелка, блин. Куча бутылок, бухарское золото. Ну, ничего стоящего, кроме двухручки. Да и двухручка не стоящая вещь. Ладно, всем спасибо, всего доброго.